Здравствуйте! В эфире программа «Автолайв». С вами Мария Рудая. Сегодня мы находимся на автозаправочной станции «Змей Горыныч». Качество топлива, удобство обслуживания и постоянные приятные бонусы для клиентов. Именно на этих трех китах строится работа АЗС. Но обо всем по порядку. «Змей Горыныч» – это целый холдинг, в состав которого входят 18 автозаправочных станций и 2 нефтебазы. Сейчас на многих заправках придерживаются политики самообслуживания. Здесь работают заправщики, которые быстро и качественно обслуживают всех клиентов. Кроме того, на АЗС «Змей Горыныч» можно приобрести беспприсадочный бензин 92 премиум, у которого целый ряд преимуществ. АЕ-92 премиум, который мы приобретаем у «Газпрома» или белорусского производителя. Это топливо без присадок, без спиртов, без эфиров, без всяких примесей, вот, что благоприятно влияет на работу автомобилей. Вот, то есть это экономичность, экологичность. Эти вот плюсы и преимущества АЕ-92 премиум. На нашей заправке действительно заправляется много организаций, причем это городские поселения плюс город. Кроме того, все автозаправочные станции «Змей Горыныч» расположены на выезде и въезде в город с различных направлений, ключевых районных центров и трасс. А наличие собственных хранилищ нефтепродуктов помогает холдингу регулировать ценообразование. У клиентов же появляется возможность покупать бензин по более низким ценам. Холдинг «Змей Горыныч» занимается не только розничной реализацией нефтепродуктов через сеть собственных АЗС, но и оптовыми отгрузками собственных нефтебаз, расположенных в Рязани и Рязанской области и соседних регионах. Хранение и отгрузка нефтепродуктов осуществляется различными предприятиями агропромышленного комплекса, автотранспортными и промышленными предприятиями, организациями и индивидуальным предпринимателям. Холдинг «Змей Горыныч» предлагает потребителям с нефтебаз только качественное моторное топливо экологического класса Евро-5, соответствующее техническому регламенту Таможенного союза. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется силами собственного транспортного парка холдинга. По вопросам сотрудничества можно связаться с нашими сотрудниками по контактам, указанным на официальном сайте компании. Мы предлагаем посетителям наших заправок не только качественное топливо, услуги заправщика и сопутствующие товары и услуги по приемлемым ценам. В нашей компании постоянно действуют специальные предложения. Это акция «Обмен с превышением» и беспроигрышная затея «Удача в придачу», позволяющая удачливым водителям экономить до 40% на топливе в неделю. Акция «Обмен с превышением» означает, что при покупке топлива на 1000 рублей вы можете получить в подарок бутылочку воды, мороженое, чашечку чая или кофе, а также перчатки и влажные салфетки. То есть вы обмениваете свою 1000 рублей на соответствующую стоимость топлива и получаете в подарок приятный бонус с превышением. Здравствуйте. Здравствуйте. Первая колонка, 95-й бензин на 800 рублей. Можно? А, девушка, не хотите ли заправиться на 1000 рублей? При заправке от 1000 рублей у нас выдаются подарки. Водичка, перчатки, влажные салфетки, мороженое, чай, кофе или наклейка. Да, давайте на 1000 и кофе в подарок. Еще одна акция называется «Удача в придачу». Это беспроигрышная лотерея, в которой автоматически принимают участие владельцы бонусных карт, которые регулярно заправляются на наших АЗС. В зависимости от общей суммы заправки за неделю, они могут получить выгоду до 40%. Подробности можно посмотреть на нашем сайте, в социальных сетях нашей компании и спрашивать у операторов АЗС. Стать участником акции может только владелец бонусной карты. Расскажите, пожалуйста, что это за карта, какие она дает преимущества? У нас действуют вот такие наши карты «Удача в придачу». На них зачисляются все ваши заправочки, как за наличный расчет, так и по безналичному. И каждую неделю у нас проходит розыгрыш топлива. То есть участник этой акции, владелец этой карты, получает возможность выиграть от 10 до 50 литров топлива, что и составляет им экономию до 40%. В общем, у нас очень много участников и очень много победителей. Мы практически каждую смену заправляем, да, клиентов. Клиенты действительно довольны. Вячеслав Никонов становился победителем 5 раз. Первый раз, когда я выиграл 50 литров, я, конечно, удивился. Вот. Ну и в дальнейшем думал, что это один раз, и все, больше этого не повторится. Но потом где-то в течение вот 2-2,5 месяцев мне повезло, я выиграл 5 раз. Ну и, естественно, стал предлагать всем знакомым, товарищам, я говорю, вот так и так.
Я говорю, везунчик. Но знакомые тут выигрывали уже? Ну да, там вот, значит, один, значит, из знакомых то же самое выигрывал, только не 50 литров, поменьше. Я уже давно пользуюсь вашими услугами, и как-то получается мне ежедневно заправляться на вашей заправке. Меня все устраивает, как говорится, все делают ребят быстро, все, как говорится, все нормально, в общем, меня все устраивает. Житель Ряжска Игорь Мальчиков постоянно заправляется на ЗС «Змей Горыныч». Он тоже становился победителем акции «Удачу в придачу» не один раз. Ну, выиграл 3 раза. Общая сумма 210 литров получилась. Ну как, приятно вообще? Очень приятно. Буду всегда заправляться, работать с ними. Хорошее топливо, удобный подъезд, обслуживание. Персонал замечательный. Как бы живем все в одном городе, я их знаю всех. Ну, удобно. Еще один постоянный клиент автозаправочной станции «Змей Горыныч» Валерий Кузьмичев уверяет, заправляется здесь давно и в качестве топлива уверен на все 100%. Бензин постоянно заправляем 95-й, постоянно заправляем с этой заправки. Машина «Лада Веста». Вот. Нравится обслуживание, подъезды, качество топлива. Очень быстро подходит обслуживающий персонал, заправляет. Ну, вообще, нравится заправка «Змей Горыныч». Широкий ассортимент продукции и услуг, высокое качество топлива и услуг, выгодные в сравнении с конкурентами цены, удобное место расположения наших заправок и специальные предложения делают их особенно привлекательными для клиентов. Приглашаем и вас оценить качество нашего топлива и услуг и также принять участие в нашей затее «Удача в придачу». Ждем вас на ЗС «Змей Горыныч».